Хабаровске уже все построили, поэтому. Здесь всем хорошо, что курсанты почти не ходили зимой без шинели из корпуса в курс. И была мода облицовывать стены мраморной крошкой. Ну, я могу сказать, что жители Иркутской области, города Иркутска, очень давно ждали этого события. Более 11 лет авиационное инженерное училище расформировано, и мы в течение 11 лет добивались. Решение президентом принято, со стороны правительства мы окажем полное содействие Министерству обороны, подразделениям Министерства обороны, которые будут строить новое Суворовское училище 1-го Сибирского федерального округа. Федерального государственного казенного учреждения Иркутское Суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации. Обязанности губернатора Иркутской области Кобзев Игорь Иванович. Заместитель министра обороны Российской Федерации Иванов Тимур Владимирович. Мэр города Руслан Николаевич.